Уважаемые леди и джентльмены, с вами самый щедрый ютубер в мире по имени GetAPK! И прямо сегодня, ребята, я куплю этот долбанный лупасик! Я потрачу все мои денежки! И наша задача, мужики, леди и джентльмены, это выпить эти замечательные перчаточки! Кстати, у меня есть такие перчатки в реальной жизни, не шучу, вот прямо такая же самая структура. Обалдеть! А сколько всего уровней в голдпассе? Может быть, мы еще купим даже 200 уровней? Хотя больше не купим, посмотрим. Короче, ребят, прямо сейчас я покупаю голдпассик. С вас лайк, подписка. Так, сколько он там стоит? А ну-ка, интересненько. 1200 рублей! Вы что, в сосну въехали? Ладно, ребята, что не сделаешь ради контента? Иду покупать! Так, ребятки, только что я купил БП плюс 10 уровней. Давайте проверим, купилось? Да! Стоп, а что не купилось? Фух, ребятки, я уже испугался, думал, что у меня не купилось. Все, купил. Пока что для начала купил просто голдпассик и 10 уровней. Давайте посмотрим, что же мне выпало. Так, внимательно смотрим. Мне выпали импар-кассики, ревенж-кассики. У меня есть куча скинов. Просто, и на самом деле, у меня все скины примешку, потому что я только что открывал это колесо удачи. Я не понимаю, что мне было за упаса, что с колеса удачи. Но, кстати, да, чтобы понимали, у меня уже есть два новых ножа. Чекайте, как и мои новые фанхаунд. Ну ладно, ребята, но наша задача выбить новые перчаточки, поэтому идемте-ка мы прямо сейчас тратить мои последние деньги и докупим еще... Так, сколько нам уровней надо докупить? Нам надо докупить еще 20 уровней, и тогда я по-любому гарантированно получу перчаточки. Поэтому, ребята, что не сделаешь ради контента? А, кстати, да, я же тоже вам подарю ПП! Чтобы получить бесплатно БП плюс уровни прямо сейчас, братик! Прожми лайк, подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий. И самое главное, посмотри с видео от начала до конца без единой перемоточки. Ну что же, а мы идем дальше покупать 20 уровней. Так сколько они там, кстати, стоят? Они стоят 1300. Ну слушайте, ну в принципе не так-то и дорого. Могу себе позволить вперед покупать. Опа-па-па-па! Открыты награды! Ха-ха! Ребятки! Стоп, я получил перчатки? Нет! Нет! Только не врите, что получил зеленые перчатки, не самые страшные! Да нет, да вы гоните! Блин, не-не-не, я надеюсь, я получил не вот эти перчатки. Они самые отстойные, самые крутые, это красные и фиолетовые. Блин, фиолетовые, вообще машина! Нет, пожалуйста, пожалуйста. В последнее время, ребята, я подсел на одну интересную игрушку. Ее название Honkai Star Rail. Ведь это увлекательное космическое RPG от создателей всеми любимых Genshin Impact. К тому же игра доступна как и на ПК, так и на PS5. И самое интересное, что Honkai Star Rail синхронизирована между всеми этими устройствами. В этой космической фэнтези идеально просто все. Огромные локации с футуристическими бэкстейджами и увлекательными историями. Эти истории дают даже фору блокбастерам. Но больше всего мне нравятся персонажи. Тут их более 20, и у каждого есть свои особенности. Самое интересное то, что обновление 1.4 добавили уникального персонажа, которая хоть и выглядит на свои 17, на самом деле она супер успешная бизнес-леди. Она все-таки веселая, общительная. У нее даже питомец по имени Счетовод. Но внешность обманчива. Ведь топаз при помощи своего малыша можно наносить огромнейший урон. Но в самом обновлении 1.4 вы для себя откроете гору контента, а именно история Белобога, специальные события, эфирные войны, также новые карты и возвращение зелья в игру. Но если будете заходить 7 дней подряд, вы получите 10 особых пропусков. Скачивай Honkai Star Rail по моим ссылкам в описании. Используй мой промик, чтобы получить 50 звездных ифритов. Ну а мы идем дальше. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет! Да за что мне зеленые перчатки? Фу, блин. Ладно, по какому-то обои, но он же лягушка, ему было бы прикольно. Но мне это за что перчаточки? Вашу Машу мордой в кашу я грибу, али-бабу. Вау! А чё это мне за стикер-то дали? Такой прикольный, красивый. Он даже переливается. Он по-любому будет стоить овердорого. Отвечаю вам. Вау, ребята, какая же это красота. Обалдеть, не встать. Я просто в шоке. Вы что, понимали, ребят, сейчас даже рынок не работает. Но знаете что? Давайте-ка мы прямо сейчас... Вместе с вами еще прокрутим просто полностью колесо удачи, и я выбью прямо сейчас на запись
Третий нож! Я сумасшедший, я отвечаю, я просто сумасшедший. Так, нам выпадают граффити. Что же мы сказать по поводу этого граффити? Ну, хэштег не поганенько, но это долбанная рарка. Так, трачу 150 голдишки. Обалдеть, ребята. Так, смотрим, что же я выбиваю. И я получаю Леди и джентльменс. Вау, слушай, это красивый эпик. Он тоже переливается. Я не понимаю, почему это не аркана. Вау, как красиво. Ребята, ну наша цель выбить третий нож. Я просто сумасшедший, отвечаю. Я за сегодня потратил очень много голдишки. Блин, я просто какой-то нереальный чел. Так, и мне выпадает Леди и джентльменс. А что же выпадает? Это что же выпадает? Это дробаш? Эпик. Ну, если честно, он так себе. Так, открываем дальше. Итого, ребята, уже 400 голдишки. Одно колесо удачи. Как дорого, я в шоке. Так, и мне выпадает. А ну-ка, мне выпадает легендарка. Слушай, ну легендарка мне нравится. Легендарочка прям вообще по кайфу. Хана, ребята, 550 голдишки одно открытие. Просто представьте, насколько же я сумасшедший. И я все это делаю ради вас. Выбиваю третий нож за один час. Я не шучу. За один час я выбиваю третий нож. Просто прикиньте, насколько же я сумасшедший. Так, ребята, и мне выпадает... Давайте вот этот черепок, можно? А, не, нельзя. Ну, мне выпадает какая-то долбанная рарочка. Ну, если честно, она стрёмная. О, я получил гарантированный приз. 5-7. Имба. 950 голды, ребята. 950. Я же потратил 10к на все это. 10к голды. 1,5 косаря. Это последний спинчик, ребят. Блин, я сумасшедший. Ребят, пожалуйста, прожмите лайк. Напишите что-то хорошее. И давайте-ка мы прямо сейчас посмотрим. Так, ага. Ну, понятно. Я получаю нож. Сюда, на базу. Вы еще, короче, будете орать. Вы еще будете говорить, нет, пока ты ненормальный. Ребята, посмотрите, сколько у меня ножей. У меня уже новых 3 ножа. Фанг. 3 новых ножа, просто представьте! Ну, а сейчас давайте-ка мы, ребята, вместе с вами откроем кастики, которые нам выпали с голд пасика. Ну, или с колеса удачи. Давайте посмотрим, что же нам с них падает, потому что есть такая теория, что именно с этих кастиков шанс повышен и может выпасть какой-то очень дорогой, хороший дроп. То есть, говорят, что если ты покупаешь просто в магазине, падает лажа. А вот сейчас то, о чем я и говорил, выпадает аркана! Я в шоке, ребята! Выпадает аркана! Обалдеть, не встать! Что же мы с вами творим? Я просто в шоке. Я думал, что это все шутка, но походу это реально шанс на падение аркан повышен, если вы покупаете кастики в голдпассе. А давайте-ка мы прямо сейчас посмотрим новые перчатки и новый нож в игре. Интересно, как же оно все будет смотреться. Это очень круто, очень интересно. И вам за это надо, естественно, поставить лайк. Открываю последний шарп кастик, и мы вместе с вами перемещаемся в игру. Будем смотреть, что ж там и как там. АКР-12 Стимпист, спасибо большое. Вот перчатки, я их применил. Применил новый нож, применил новые перчатки. Сейчас залетаю на новую карту и давайте вместе с вами посмотрим. Так, ага, стики на карту. Провинция X. Ух, погнали. Ребята, есть одна небольшая проблема. У меня не заходит стендов. С миллион первой попытки я все-таки смог зайти на карту провинции X. И это все ради вас. Так, ребята, смотрим на перчатки. И... Да, блин, чудики страшные! Я еще и вылетел, зашибись. Ну и на этой хорошей ноте я буду заканчивать. Ребята, обязательно прожмите лайк, подпишитесь на мой канал. Братан, проверьте, подписаны или нет, а то не получишь голдпасик бесплатный. И напиши любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуга, всем удачи, всем пока-пока.